Как вам? Ну, как в первый раз? Первый раз это, ну, очень интересно. Мы тоже христиан. И да, конечно, я бы хотела сделать без одежды, но самое главное, что Бог сегодня родился в нашем сердце. Очень интересно и с праздником всех. А вот что-то ощутили вы, когда вот конечно, прикоснулись к освященной воде? Очень холодная вода, даже рука до сих пор холодная. И это просто мама мия, но... А вот у вас, я задам вам вопрос, вот из какой вы страны, есть ли у вас подобные традиции, нет, может нет быть? Нет у нас традиции, я из Южной Америки, Эквадор, и нет такой традиции, поэтому очень интересно приходить сюда.